Всем привет, с вами канал GameDop, это игрушка Sacred, продолжаю ее проходить. Прошлое видео я закончил, взял квест, где нужно было убить свинью, и видео закончил снимать. И тут сразу прибегает свинья, я ее убиваю. Короче, тот квест я сделал за кадром. После убийства свиньи мне по карте показывают вот сюда бежать. Что мы сейчас и сделаем. Так, нашего товарища призовем или сестру. Так, и побежим. Там по идее будет новый какой-то город. Здесь я уже бегал. Опа, на тайник. Как я мог мимо его пройти? В тайнике какое-то говно. Ну, зачастую так и бывает. Но рапторы бегают. Свиньи бегают. Бешеные. Еще свинки бегают. Так, вон мостик, и нам на тот мостик бежать. За тем мостиком я еще не был. Я не знаю, что нас там ждет. Опять рапторы. Тебе конец. Рапторы свинок не любят, вечно их обижают. Ой, тут еще какие-то змеи ползают. Какой-то лес больших грибов. Смотрите, грибочки выше меня растут. Это вот похоже на какие-то, не знаю, подберезовики похожие. Вот это явно поганка какая-то. Тоненькая длинная ножка и зеленая шапочка. Так, куда нам, налево или направо? Тут даже не понять. Наверное, налево. Свинки. Бешеные свинки. О, что зеленое упало, блин. Щит упал на вампира. На вампира мне не интересует. Меня интересует на лесную эльфийку. А то на вампира. Зачем я щит на вампира? Я что, на вампира похож? Так, нам сюда. Эй, открывай. О. Тут дома даже, грибы большие. Так, сначала идем по квесту. Вот сюда. Слушаем этого. Какой-то зомби или что это? Какой-то зеленый он. Грибов, наверное, переел. Глорв,
Много мяса для голодных хадуков. Добро пожаловать к нам. Тебе ведь нужно не сюда, в большие ворота в пещеру. Темно, холодно, глубоко под горой. Очень глубоко. Гаргадук знает больше, знает много. Поговори с Гаргадуком. Он знает секретный вход, знает повадки демонов. Иди, а Глорба оставь здесь. Какой-то мужик явно грибов переел с его... Какая-то эпилепсия у него. Так, сундук. Сундук. Мне уже щит не могу куда и положить. Это положить нужно. И это. На сохранение. Так. Гаргадук нам нужен, да? Или кто? И где он? Так, понятно, нам нужно куда-то наверх идти. Сначала сходим до торговца. Пройдемся по этому. Конь! 170 мало. Пройдемся по городу, моде квест найдем. Вторичный квест. Не главный квест, а вторичный квест. Так, что здесь продают? Ничего интересного, ничего интересного. 190. Мало. Мало! А мне нужно два неплохих ожерелья купить, чтобы в шлем вставить. Ладно, как-нибудь потом. О, и квест нашел. Мужайтесь. Так, куда мне по квесту? А, тут 100 метров пройти. О, зомби одного убить и все. И квест готов. Готов квест, да. Очень сложный квест был. Ой, еще квест. Еще квест. Разумеется, я с радостью вам помогу. Какие-то пузыря, чтобы какой-то эпидемии не было. Так, сначала... И вот еще квест. Сначала... Первый квест отнесу, потом пойду на второй квест, потом возьму третий квест. Чтобы все было по порядочку. По полочкам, чтобы было все понятно. Так, сюда идти. Тоже, в принципе... Недалеко идти, так что пробежимся сейчас. Так, задний выход из города. Сейчас будем пауков убивать. Чья кровь? Да! А, ну понятно. Ха-а-а!
что она не падает? Кровь тая, блин, долбаная. О, вторая бутылочка упала. Еще две надо. О, муха какая-то. Так, еще одна. Все. Зашибись, можно идти обратно. Квест относить. Так, тут тупик. Ой, кобылку мою, походу, они не убили. Блин, еще в тупик зашел. Табло. Пройти нельзя. Нужно обратно идти. Ускорялочку. Побежали. Не мешайте мне. У меня очень важная миссия. Целую деревню спасти нужно. Лови свои бутылочки. Квест готов. Следующий квест. Что за прикол? Тут же квест был. Понятно, блин. Тут, наверное, либо тут, ну, квест делаешь. Типа такое небольшое. Небольшой выбор в сюжетной линии. Блин, куда я зашел? Ладно, теперь пойдем по главному квесту. Здесь больше квестов. Опа-на. Так, что же мне сделать за скилл? Так, все, сбрасываем сюда. Наверное, прокачаю 2 секунды. Можно, в принципе, это прокачать. Так, один разочек коня прокачаю. Точнее, единорога. И возьму стрелы. Так. 15,6. 16,4. Скорость перезарядки. 75 уровень. 80 уровень у коня теперь. Все, больше кусков нету. И у меня еще есть ожерелье темного эльфа. Зеленое. Которое тоже нужно положить. Сюда. Ловкость прокачаем. И все, побежали теперь точно уже по главному квесту.
Вот сюда. Еще один какой-то зеленый мужик. Я дух тебя послал. В шахту ты должен идти. Ворота там глубоко, глубоко. Я знаю секретный проход. Дед опасности, дед стражи. Только дух уйти с тобой. Открыть ли тебе ворота? Хорошо, хорошо, идем. Сюда, здесь секретный проход. Куда сюда секретный проход? Куда идти? Далековато, конечно. Секретный проход. Пол карты пройти надо. Так, ну, вроде бы я иду туда, куда надо. Мостик. Почему-то нема этих элитных мобов. Сколько уже пробежали, просто обычные мобы. Пока еще не было ни одной элитки. Таких я еще не убивал. Муравьев, мутантов. Тут все большое. Большие муравьи, большие, не знаю, червяки, большие грибы. Такое ощущение, что меня сделали маленьким и просто пустили в какой-то лес. Какой-то новый червяк. Ножками. Уже разнообразие пошло. Так, куда мне? Блин, еще идти дойти. Вот тут какой-то город есть. В принципе, можно туда зайти-ка. Или не надо. Идем по главному квесту. О, первая элитка. Паучок элитный. Так, сейчас будет массовая атака стрелами. О.
Красота! Опять мостик. Еще какие-то новые мобы, цветочки. Какие звуки противные издают. Цверчание какое-то. А, где моя конячка? Вы что, убили конячку мою? Сейчас призову новую. О! Теперь веселей. А то мне скучно самому. Так, мне по идее сюда идти куда-то. Как я понял, этот мужик, который грибов переел меня, меня ведет в какую-то пещеру. В той пещере мне что-то нужно найти секретное. Там много злой охраны. Он предупредил меня. Будет очень сложно. Хотя я в этом сомневаюсь. Что будет очень сложно. О, еще элитка пришла. Только ничего полезного не падает. О, это кто такие, блин? Это мужики с мечами. Тут прикольная локация. Каждые 100 метров какие-то новые мобы появляются, которых до этого не было. Какое-то разнообразие есть. Показал себя как лидер. Поэтому тебе придется пройти. О, знакомые слова. Язычник. Давненько их не слышал я. А кто их кричит, только не пойму я. Раньше это монахи кричали в черных халатах. Ох, далеко идти до этой пещеры, конечно. Цветочки прыгают, блин, нападают. Ух ты, что-то коричневое упало. Блин, крылья коричневые. Зачем крылья мне? Обидно. Коричневые шмотки очень редко падают. И они вечно падают не на меня. То на мага темного, то на вампира падает. А на меня не падает. Шлем желтый упал. Не надо мне шлем тут. Так, походу я не туда пошел. Или тут по кругу нужно обойти.
тихо. Все неправильно. Так, а ну встаньте, нужно поговорить мне. Советы умного мужика, послушай, который кривами питается постоянно. Что, желтая упала? Наручи желтые. Не, наручами не надо. Так, все, слушаем этого мужика умного. Кушайте грибочки каждый день. Тише, тише. Здесь живет скрак, суп карри. Только убив скрака, ты можешь пройти через ворота. Так, понятно. Мне нужно убить скрака. Ну давайте убьем этого скрака. Так. Пошли убивать скрака. Скрак в пещере. Ой, не люблю эти пещеры я. Вот, какие-то маги бегают. Маги в форме жабы. Ой, что я нажал? Что мою душу? Так, ага, тут карты нету. Ну, в принципе, есть желтая стрелочка, которая показывает на низ. И нужно идти вниз. И там будет скракен, которого убить надо. Я уже боюсь его. Так, походу я пришел в тупик. Тут они хавку делают какую-то. Он мужик без головы, походу. Это какой-то кусок мяса, фиг поймешь кого. Так, здесь тупик, да? Значит, я не туда пошел. Да? Не туда пошел я, значит. Они мне показалось, там есть проход. Так, и здесь прохода тоже ж нету. Наверное, мне сюда идти. На. 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 Опять поворот наверх. Мне же нужно вниз идти по квесту, по желтой стрелке. Так, здесь. Здесь проход. Блин, эти туннели так меня раздражают, конечно. По им столько долго нужно ходить. Моя кровь очистит
сдохни ты уже. Опять уже стрелочка наверх показывает. Куда идти? Тут тупик уже. Эх, попридумают же эти туннели всякие. Бегать здесь полчаса нужно, пока поймешь, куда идти. Сначала стрелочка показывала на низ. Я прибежал вниз. Она показывает наверх. А хотя, возможно, этот Скракен... Он может просто по пещере кругами ходить, а я должен его найти, типа. Такое может быть? Я даже не знаю. Корни кидают еще. Так, сюда. Сюда идти куда-то надо. Или не сюда. Как тут разобраться, куда идти? Наверное, правильно пришел. Мне нужно было вторую пещеру найти. Возможно. Красные паучки. Что-то новенькое. Что-то новенькое. И тут большие паучки даже есть. За их много опыта дают. По 8 кусков опыта дают. Прикиньте, как много. Он горящий паук какой-то. Я спалил горящего паука. Не подходи ко мне. Сдохни, умри. Тут, наверное, классно качаться. По 8к опыта дает. Банки на опыт нужно собирать. И потом здесь качаться. О, я вижу книжечку уже. Книжечку вижу по карте. Шахматы. О, вижу паука элитного. Ты больше не сможешь прятаться за спинами своих приспешников. Приготовься встретить смерть лицом к лицу. Еще элитный получил. Что желтое упало? Копье желтое. Нафиг он мне надо. Так. А, тут дальше спускаться в пещеру. Вот блин. Пока все пещеры обходишь, так. Yeah!
дикобылка моя, опять убили. Не убивайте ее, я люблю ее. Она красивая. Хотя дурноватая, конечно, но красивая. Так, скоро не уровень. Пентаграммы какие-то, сатанисты здесь. Пентаграммы, наверное, из золота. Потому что здесь вон кучки золотые валяются. Такие мажорные сатанисты. У-у-у. И кого здесь мне убивать? А, вон я вижу. У меня есть имбовый скилл. О, сука, шипус, на! А теперь я избавлюсь от тебя, предводитель шайки. Он корни кидает, падла. На! Все, изи. Мой имбовый скилл всех убивает. Что это было? Что делать? Сюда подойти? Ёшкин кот ты, блин. И тебя еще убивать, да? На. Опа-на. А теперь я избавлюсь от тебя, предводитель шайки дворовых псов. Все. Изи. Сейчас щит упал, ничего не упало на мой класс, вечно какой-то шлак падает, какой-то странный лес. Ну, здесь ничего нету. Пусто и глухо. Ладно, идем обратно. Наконец-то я выбралась из этой клетки. Существует второй портал, такой же, как тот, что только что был разрушен. Ступай и найди его. С тобой все в порядке. Ты должна покинуть это место как можно скорее. Пока ты в преисподней, Андугар не остановится ни перед чем, чтобы поймать тебя. Твоя задача — отправиться в чистилище и поговорить с Даритянкой Ашанти. Путешествие будет долгим и опасным. И я не знаю, как будет лучше поступить Вилье. Отправиться с тобой или остаться здесь, под моей защитой, проводив тебя только до ворот. Решать тебе, хочешь ли ты, чтобы принцесса сопровождала тебя. Говори скорее, время не ждет.
Ну давай, принцесса, а что меня помешать или что? Все? Ох ты, блин. Ты больше не сможешь прятаться за спинами своих приспешников. Приготовься время встретить умирать, смерть лицом к лицу. Так, куда дальше? Обратно идти в город. Ура! Сделано! Скраг мертв! Убить! Хорошо для ходулков! Хорошо для всех! Хорошо! Хорошо! Да! 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 Прикольный мужик, мне уже нравится. Так. Нам, короче, сюда идти. А туда мы пойдем уже в следующем видео. Так что, всем спасибо за внимание, всем пока!